Медаль «Золотая звезда», орден Ленина, ордена Красного Знамени и Красной Звезды. Лишь немногие награды, которые получил герой Советского Союза Сабир Ахтямов. Это звание ему присвоили за образцовое выполнение боевых заданий в годы Великой Отечественной войны. Для Саровской дивизии личность Сабира Ахтямовича имеет особое значение. С марта 1952 по июнь 1972 года он был командиром войсковой части 3409. Я прибыл в эту часть в 1974 году начальником штаба. И многие офицеры, которые проходили службу с ним, очень хорошо отзывались о его порядочности, отзывчивости, желании помочь всем, и особенно офицерскому составу. Большая благодарность Сабиру Ахтямовичу за то, что он в течение 20 лет и более службы вложил большой вклад в наше соединение. Сабир Ахтямович приезжал в город в 2007 году на празднование 60-летия Саровской дивизии. Герой Советского Союза совместно с другими ветеранами посадил яблоневый сад. В 2015 году на здании штаба части, которой он командовал, установили мемориальную доску. В комнате боевой славы войсковой части 3274 Сабиру Ахтямову посвящен отдельный уголок. В витрине указаны, расположены документы, рассказывающие о его жизни. Находится его служебная карточка. И там же мы расположили фотографии, которые были сделаны в этот день. Сабир Ахтямов принял участие в посадке фруктового сада, который в настоящее время располагается возле здания гарнизонного клуба и возле здания штаба войсковой части. Зинаида Михайловна прослужила в Саровской дивизии 30 лет, из них 20 с Сабиром Ахтямовичем. Оба прибыли в наш город в тот момент, когда ученые разработали первую атомную бомбу. Военнослужащие находились в спецкомендатурах, которые охраняли особо важные объекты. Героя Советского Союза называли Сашкой. Зинаида Михайловна с теплом и уважением вспоминает о выдающемся командире. Его часть была отличной частью в Советском Союзе. В СССР. Отлично. И все его солдаты такие были подтянутые, прически, как у командира. Вот когда приходили на прием, они приходили в санитарную часть, приходили на прием его солдаты с такой книгой. Вот я спрашиваю, а кто у вас командир? Ну, я знаю, кто и что, а кто командир? Он сразу забывает про свою болезнь, встает по стойке смирно. Командир, герой Советского Союза. Ахтямов, Сабир Ахтямович. Зинаида Михайловна с 2005 года поднимала вопрос о присвоении имени Сабира Ахтямова одной из улиц нашего города. И очень рада, что ее мечта сбылась. По словам ветерана, это поможет увековечить и пронести сквозь года память о герое Советского Союза. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.